Всем привет! Меня зовут Виталий, и я представляю проект «Продюсерский центр Грейпфрут». Сейчас как никогда актуальна тема видеосъемки, видеомонтажа и все, что связано с медиаконтентом. Я более 10 лет занимаюсь видеосъемкой, видеомонтажом. В данный момент не хватает людей, кто мог бы со мной в команде проводить съемки, обрабатывать видео. Также параллельно я занимаюсь написанием музыки, звукорежиссурой, обработкой произведений. В последующем я лицензирую музыкальные произведения и выкладываю их на популярные площадки. В данный момент я осознаю, что готов поделиться своими знаниями с другими. Ведь сейчас, как никогда, видеосъемка набирает обороты популярности, востребованности, и на рынке сейчас очень высокий спрос на видеоуслуги и также обработку звука. Актуальность этой темы видна сейчас как на ладони. Современные смартфоны, которые оборудованы сейчас встроенной камерой, они по качеству приближены уже к кинематографичному. И люди, кто занимается съемкой видео на телефон, могут обучиться видеомонтажу своего материала и выпускать неплохие работы. Также в моей студии Grapefruit Video идет большой поток заказов, и все заявки я не успеваю обработать. Для этого мне нужны помощники, видеооператоры, видеомонтажеры, люди, кто занимается звукообработкой, сценаристы, ассистенты и так далее. Продюсерский центр создан как раз для того, чтобы обучить молодых людей, молодых талантов заниматься видеоремеслом, звукорежиссурой, а также в последующем уже работать с нами в рамках продюсерского центра Grapefruit как штатная единица. И я уверен, что продюсерский центр поможет молодым воплотить свои задумки и влиться в новый творческий коллектив.